Если бы кто-то предложил создать рейтинг наиболее курьезных и нелепых случаев в спорте, и те ситуации, которые мы собрали для вас в сегодняшнем ролике, могли бы смело претендовать на его самые топовые позиции. Возможно, спортсмены и рады были бы навсегда вычеркнуть свои промахи из памяти, вот только ничего не выйдет, поскольку все они запечатлены на камеру. Когда ты очень стремишься к победе, всегда есть тот самый один шанс, что что-то пойдет не так. Эта спортсменка, видимо, решила во время своего забега, что пора бы уже освежиться, и не стала упускать удобного случая. На здравие! В большом спорте далеко не всегда все складывается так, как хочется. На следующих кадрах мы можем наблюдать крайне неудачное падение фигуристки, которое привело к очень серьезным проблемам. Вот уж точно неожиданный жест от боксера. Двое парней пытаются собрать кубик Рубика, и им удается сделать это почти за одинаковое время. И, как видим, даже одна миллисекунда может стать решающей. Фигурное катание – как раз тот вид спорта, где просто не обойтись без серьезных падений. Благо, что хоть не все из них заканчиваются травматизацией спортсменов. Кажется, этот юный спортсмен выбрал для себя не то увлечение. Ему бы в актеры податься, а там уж и получение Оскара не за горами. Чего только не произойдет во время игры. Прямо хочется подстелить этой милой девушке мягкий матрас перед падением. Уж так сильно она лицом тормозит по грубому полу. В эфире не все всегда идет по плану, поэтому важно не терять уверенности. Очередная неудачная попытка прыжка в длину. Интересно, с таким стартом и разбегом на что вообще рассчитывал спортсмен? Парень в спортивной форме явно перегрелся, если решает дать своим нижним областям контрастный душ во время наставлений тренера команды. Этот прыжок с шестом изначально был обречен на неудачу. Торт в лицо не всегда достается имениннику лишь дома за праздничным столом. Иногда такая сладкая неожиданность может прилететь тебе даже в прямом эфире, если ты снимаешь спортивный репортаж в такой значимый день. Тот самый случай, когда неприятность подкралась совершенно внезапно. Прыжок в воду получился крайне эпичным, а если быть точнее, то не получился. Внезапное удивление в глазах этой спортсменки вызывает лишь искреннюю улыбку. Мало того, что этот гонщик существенно испортил заезд другому спортсмену, так еще и кулаки распустил напоследок, сгоняя свой стресс. Эта дамочка вот, например, практически помогла собственной головой забить гол в свои же ворота. Девушка так старательно готовилась к ответственному удару в гольфе. Но, как видим, помогло ей чистое везение.
Попытки обуздать стихию у ребят закончились полным провалом. Здесь представлена целая комбо крутых моментов. Мало того, что подобные трюки на воде восхищают абсолютно любого, так еще и персонаж, который их выполняет, невероятно крут. Складывается впечатление, что она всю эту идею с бегом только для этого и затеяла, чтобы в конце покрасоваться на камеру. Когда очень хочется выделиться. Не все прыжки могут заканчиваться безопасно. И главное, после такого падения не отправиться прямиком в больницу. И снова все не вышло у спортсменки так, как планировалось. Настоящий профессионал всегда выполняет свою работу на отлично. Прыжки с шестом – непростая дисциплина легкоатлетической программы, в которой спортсмен должен быть максимально сгруппирован и скоординирован. Любая мелкая ошибка может привести к полному провалу. И вроде все было неплохо в самом начале, но вот результат явно не очень порадовал девушку. Предложение руки и сердца прямо на ринге во время спортивных соревнований, наверное, мечта многих девушек. Интересно, сильно бы расстроился ее возлюбленный, услышав в ответ «нет» вместо заветного «да». Боксер, видимо, решил немного развеселить болельщиков в зале, но уже очень быстро поплатился за свой опрометчивый поступок. Несмотря на то, что девушка не справилась со своей задачей так хорошо, как ожидалось, все же у нее вышло очень даже приличное сальто. У этого пловца получился чистый фальстарт, ведь он вышел из неподвижного состояния до стартовой команды. И как видим, спортсмен был очень зол сам на себя. Когда на игровом поле немного не рассчитываешь траекторию своего движения, случиться может всякое. Может, этой девушке стоило больше внимания и времени уделить покупке по-настоящему качественного шеста для прыжков, поскольку попахивает подделкой. Девушки на ринге в основном выглядят очень эффектно и привлекательно, но если их бой происходит еще и в подводных условиях, то отвести глаз от такого зрелища просто невозможно. Здесь даже можно ничего не комментировать. Вся боль от пережитого написана на лице бедняги. Когда ты хотел как лучше, а получилось снова, как всегда. На теннисном корте частенько происходят всякие курьезные ситуации. И надо признать, этому парню очень повезло, что его соперник оказался хорошим человеком и протянул руку помощи. Приятно смотреть, когда спортсмены так радуются своим достижениям. А если у них еще и такая отличная фигура, то это вдвойне приятнее. Эта голубоглазая брюнетка явно притягивает к себе взоры посторонних. Вот только судя по реакции тренера, ее прыжок в длину оказался намного менее ярким, чем она сама. В
Во время такого активного баскетбольного матча и ловкого броска одного из членов команды даже не верится, что мяч вообще мог просто застыть на месте, так и не попав в корзину. Уверен, девушка не раз успела пожалеть о своей роковой ошибке во время забега спортсменов. Ну, не дотерпел немного до конца спарринга. И опрометчиво раньше времени один из боксеров начал исполнять свой победный танец. Чувствую, дома кого-то ждут большие неприятности после такой невнимательности по отношению к подруге-блондинке. Оператору этого забега стоило бы всерьез задуматься о том, чтобы профессионально заняться спортом. Как оказалось, у него есть все шансы.